Дело в том, что я слишком прямой человек. Кроме того, я слишком добрый. У меня зодиак 4 восьмерки. Это значит, сколько себе, столько другим. Поэтому мне это мешает в жизни. Никаких у меня особых хитростей нет. Разве что я знаю, как распеться, если даже совсем голоса нет. У меня был случай, когда я сел голос совсем. То есть разговорного голоса не было. А петь я мог. Потому что я знаю способ, как размяться для того, чтобы запеть. Вот. Это такое есть. Я считаю, что это не хитрость, это просто некоторый навык, жизненный опыт. И все. Я знаю, например, как 25 метров проплыть брасом с одним грибком всего. Это тоже хитрость, как суметь проскользить. Это с годами. В детстве я уже был мастером, а еще я не знал этой хитрости. Как правильно скользить. Я могу проскользить 20 метров без одного грибка. Вообще. Вот. Ну, какие тут хитрости? Никаких. Я вообще бесхитростный. Мне не нужно. У меня достаточно своей силы внутренней, чтобы ничего не хитрить. Хотя я в свое время, когда были всякие дефициты, у меня были везде, в каждом магазине лазейки. Я работал сам в ресторане, поэтому у меня в каждом магазине были лазейки. Я продавал левак в ресторане, очень нормально у себя все. И мой все время пытался меня взять мой начальник УБХС, а ему начальник милиции сказал, всей милиции, говорит, куда ты лезешь? Он тебя, во-первых, обманет, а во-вторых, он тебя выставит еще таким дурачку. И он перестал ко мне ходить, стал ко мне приходить просто, ну дай что-нибудь там, колбаски, там что-нибудь еще, АБХСник. Поэтому мне все спокойно было в этом смысле.